Впервые в истории международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» дневное представление пройдет у главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Оно состоится 3 сентября в 13 часов на Соборной площади храма. Специально для этого выступления будет создан зрительский комплекс с декорациями и трибунами. Гостями мероприятия станут военнослужащие и члены их семей. Организаторы также предусмотрели секторы со свободными местами для посетителей музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации Министерства обороны России.